Новосадовую на коммунальный ремонт не закроют. Реконструкция магистральных сетей водоснабжения от улицы Советской Армии в сторону Постникова оврага будет проходить закрытым способом. Об этом сообщили сегодня на планерке в департаменте ЖКХ Самары. Водоводы большого диаметра будут санировать полиэтиленом, так что перекрывать проезжую часть на время ремонтных работ не планируется. В основном их будут проводить под землей. Через 120, это, кстати, чуть ли не максимально протяженность, где можно работать, то есть под землей, то есть потом вот эти моменты. И выгораживается, если что, одна полоса, там, где идем по проезжей части.